Listen, the Army's got the Allspark fragment on a base in the Indian Ocean, but it won't do Megatron any good. He's 6 miles underwater in the Laurentian Abyss. The site's guarded by a carrier group and airborne surveillance. The Allspark fragment has been taken by Ravage and is now on its way to Megatron. Only the humans and the childish machines stand between us and triumph. Осколок Великой Искры вернет Мегатрона к жизни. Ничто нам не помешает. Нужно уничтожить флот, который охраняет место его погребения. Мегатрон восстал, надо очистить этот район. В атаку! Уничтожить орудия авианосца. Они могут повредить нашему лидеру. Атакуем безвоздушных автоботов! Атаковать! Хорошо. Теперь надо уничтожить остальные. Старскрин, атакуем! Есть попадание! Я не Мегатрон! Меня ты не остановишь! С каждым шагом Мегатрон все ближе к жизни! Мегатрон все ближе к жизни. Атакуйте цель! Но Старскрин, атакуй! Неумолимо! Автобот подведен! Добиваю! Нейтрализуйте крупнокалиберное оружие людей!
ведь эти вертолеты не представляют опасности. Они должны пасть перед ликом Мегатрона. Уничтожить их! Автоботы! Быстрее! Нужно обезвредить основное судно, чтобы освободить Мегатрона! Атакуйте цель! Это оружие слабое, но никто не смеет нам противостоять! Теперь их ждет могила на дне морском. Раздавите их. Мы уничтожим их всех и освободим нашего вождя. Эти катера следят за тюрьмой Мегатрона. Уничтожить их! Здесь автоботы! Покажем их! Только вперед! Скоро Мегатрон вернется! Надо уничтожить контролирующие суда! Они нам мешают! Это поражение! Клеймом останется в их памяти! Это будет за нами! Вы думали, что Мегатрон — конец букашки? Владыка Мегатрон, наконец-то! Старскрим, ты бросил меня подыхать на планете букашек. Только ради подкрепления, повелитель, должен же был кто-то командовать ими в ваше отсутствие. Даже после гибели командиром остаюсь я. Подозреваю, что среди нас есть те, кто устал убивать. Да, стрелять в корпус — это тоже неплохо. Но чем беспощаднее и эффективнее убийство, тем лучше оно запомнится. Я хочу засвидетельствовать почтение своему хозяину падшему. Только он может привести нас к победе.